В 2016 году в Южной Осетии состоится всенародный референдум, который позволит республике объединиться с Россией. Об этом накануне сообщил южноосетинский президент Леонид Стебилов. Референдум пройдет в ближайшее время, не через год, а менее чем через полгода. Этот вопрос мы обсудили с президентом России Владимиром Путиным и пришли к выводу, что это внутри-юго-осетинский вопрос. Этот вопрос нуждается в юридическом осмыслении, и для его реализации необходимо внести изменения в Конституцию Республики, по которым и будет проведен референдум, отметил Тибилов. Руководство Южной Осетии предложит Москве создать единый союзный орган. По словам главы республики, это позволит освободить Москву от политических рисков, которые могли возникнуть при прямом вхождении. Напоминаем, что в марте 2015 года президенты России и Южной Осетии подписали договор о сотрудничестве и интеграции. Договор предусматривает формирование единого пространства обороны и безопасности, свободное пересечение государственной границы и другие интеграционные процессы.